Готовьтесь. Сегодня я такого страху нагоню, такой жути, такого ужаса. Всех поперепугаю. Кто-то пугается лягушек, кто-то темноты, кто-то шарахается от собственной тени. А вот одна девочка боялась вообще всего. Возьмет, скажем, эта девочка книжку почитать и сразу: ой, боюсь, боюсь, там картинки жуткие. Или посмотрит в окошко и опять: ой, боюсь, там на заборе ужасная ворона, страшно каркает. Спать ложится и снова: ой, боюсь пододеяльника. Чего-чего? Да пододеяльника! Вдруг он меня проглотит. Как это проглотит? А как он одеяло проглотил? Вон оно, у него внутри. В общем, жуть. И вот как-то летом сидела девочка на страшной скамеечке и смотрела, как страшный котик умывает лапкой свою страшную мордочку, а рядом с котиком ужасная собачка, лежа под ужасным кустиком, грызла ужасную косточку. Какой кошмар, подумала девочка. И вдруг услышала позади себя подозрительный шорох. Зловеще захрустели веточки, и прямо из кустов вылез страшущий маленький мальчик. Хотя, какой он страшущий? Обыкновенный мальчишка. Только лохматый, с фингалом под глазом и еще с разорванной штаниной. Выбрался он из кустов и такой говорит: я штанами зацепился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, особенно эта колючая роза. Ой, испугалась девочка. Что с тобой? Влюблена? Ой, то есть боюсь. Кого? Розы! Она же колючая! Как царапнет острющими шипами! И сразу всю кровь сразу заразит. Вот, наверняка эти шипы ядовитые. Ух ты, как здорово! Выпучил мальчишка глаза. А расскажи еще что-нибудь такое же страшное. Не-не-не-не-не, отвечает девочка. Не расскажу. Это почему это? А потому это. Потому что я боюсь. Ну, пожалуйста, захныкал мальчишка. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Расскажи. А то мне заняться нечем. Скучно просто так одному гулять. Ой, ну хорошо. Только не ной. Вот, смотри, сказала девочка. Видишь котика? Ну, вижу. А вдруг это не котик, а какой-нибудь заколдованный злой волшебник? Какой-нибудь лорд да черноморд? Не может быть. Может. Что, страшно? Очень. Обрадовался мальчик. А еще? Вот, видишь, собачка? Ну и что? Собачка как собачка, грызет косточку. Ага, думаешь, она такая добренькая, да? Такая миленькая, да? А вдруг она только притворяется, а сама догрызет эту косточку и за тебя примется. Ничего себе! Жуть какая! Вот это фантазия у девчонки! Вот мне бы так же научиться страшилки выдумывать! Позавидовал мальчик и спросил: девочка, а можно с тобой дружить? Дружить? А это очень страшно! Не знаю, но мне кажется, что вместе бояться намного веселее, чем поодиночке. А и правда! Ведь одному дрожать от страха, ох, как скучно. А вместе с другом бояться — ужас, как интересно!